Музыка классная. Что за музыка, интересно? Речи, движение. Ирина Михайловна, здравствуйте. Очень приятно, что вы зашли ко мне в прямой эфир. Друзья, у нас в прямом эфире Ирина Михайловна Донцова. Задавайте вопросы, если у нее будет время, она вам ответит на них. Здравствуйте, как дела? Как дела? У вас тут музыка играет прикольная, поэтому я танцую. Началось. Как я выхожу в эфир, начинаются звонки. Вот эти истории. Саламчик с Грозного, Грозный салам. Мы решили со Славочкой. Я говорю: Слав, ну что, прямой? Он говорит: да давай, пока есть время. Надо мне наяривать, я занята. Вон от Седова. Натали, супер настрой. Ирина Михайловна, спасибо вам огромное. Как у вас дела? 100 лет я вас не наблюдаю. Начинается. Перезвоню. Вон от Седова. Да, опять наяривают. Талин, привет. Ладно, значит, друзья, не нужно мне, когда Майя с Лешей ребеночка сделать скоро. Все будет, ребят, все узнаете. Моздок, салам. Ребят, не надо у меня спрашивать про Диму и про Олю. Зайдите, пожалуйста, к Диме в ленту и к Оле тоже в ленту. Там все написано. Передайте поздравления, хорошо. Крым, привет. Да, кто это вас хоть... Кто меня только не хочет. Как дела, котятки? Украина, привет. Оренбург, привет. Вопрос года. Кадоди правда станет папой? Правда. Вы новые очки купили? Нет, у меня они были в шкафу, в ящике лежали. Я про них забыл совсем. Но мне всегда казалось, что они мне не идут. Как погода? Погода нормальная, тепло. Я в шлепках хожу. Ну, в смысле, по зданию в шлепках хожу. На улицу выхожу тоже в шлепках. Привет, с родины Деда Мороза. Ого, великий Устюга. Да, Дима мне говорил, что когда они родят второго, я тоже буду крестной мамой. Так что не переживайте, все под контролем. Вам они очень благодарствуют. Сколько вам лет? Много. Калининград, привет. Так, ребят, тема прямого эфира, что с очками? Сегодня что, день революции? Слава, сегодня день революции. Ура, Кадони красавчик, поздравим его. Благодарствую. Да. Садовод, ребят, все на садовод. Я устала уже пиарить этот садовод. Они мне уже должны проценты отправлять на карту. Садовод 250 рублей. Все, улыбка летит, настроение бомба. Липецк, привет, что-то у меня шея вступила. Наташа, выпрямись. Благодарствую. Это фильтры такие красивые, это не я красивая. Комсомольск на Амуре большой, как говорится. Привет. Эфир виснет, началось. Спасибо. Какое высшее. У меня какого только образования нет. У меня еще драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Чита, привет. Слав, ты просил меня выйти в прямой эфир, сам что не зашел? Почему SSL сторис не снимаете? Потому что некогда мне с ними сторис снимать. Это энергичный танец. Началось про Федю, про... Не буду даже этот читать. Это же неправда, что Кадони будет отцом. Правда. Мне тоже эта майка нравится. Она, знаете, какая удобная. Сполоснул, повесил, все. 2 часа, и она высохла. Готова. Улыбка летит. Привет. Слав, у тебя отстает мой эфир. Я уже это сказала, Слава. Конечно. Прекращай. За кого болеете в ЧД? За всех. Слав, я приветствую тебя. Какая я звезда, что вы что несете? Я не звезда. Я полностью. Начинается вот эта вот история. У кого там музыка такая? У нас в этом, в студии. Да какая-то...
там диета? О чем вы говорите? С сегодняшнего дня я на диете, кстати, ничего не ела. Я ночью опять в 5 утра заварила себе доширак, хряпнула полбуханки хлеба. Да. Заходите, Анечка. Смотрите, Анечка у нас пришла к нам, красавица наша ненаглядная. Вот, привет. Пожалуйста, все премии мира ее, это наш привет. Режиссер. Анечка, подписывайтесь, заходите. Она тоже каждый день в прямых эфирах сидит, рассказывает про дом 2 все секреты. Птичка моя ненаглядная. Когда мы, кстати, кальян пойдем курить? В любой день, когда вы захотите. В любой день. В любой день. Самый лучший кальян, на самом лучшем, да, фрукте, на котором захотите. Да? А сколько, господи, до скольки работаете? В будни до 3 ночи, в выходные до 5 утра. Слав, это наша То есть история. Мы можем даже после Бородиной против Бузовой со всеми вместе... Вот так умеете делать? А мы со всеми вместе и пойдем. Я на это и отвлеклась. Вот. Я пришла со сценарием. Я очень хочу сценарий. Что себе позволяете? На Думе 2 сценария нет. Нет, нет. Пожалуйста, нет, вот нет. Вам. А мне только рассадка. Вам лично вам. До свидания, всего доброго. Пока, сидит. Так, Анечка, видели, красотка какая? Моя землячка, кстати, с Ташкента, ташкентская. Наш человек. Кудряш от природы. Кудряш, ты покрасилась? Нет, просто завязала волосы. Подожди, нет. А, смылась. Классно. Так, вот, значит, друзья мои, не надо меня про Олю Рапунцель спрашивать. Второго родить я тоже буду крестная. Не переживайте, все под контролем. Так, вот, значит, идем мы курить кальян в будний день до 3, в выходные до 5. Ребята, еще раз я вас прошу, я умоляю, я тетка адекватная. Но когда меня выводят из себя, Захар улетел, да, навсегда. Рома Капаклы, ваш племянник, а это правда разве? Да, Рома Капаклы мой племянник, не переживайте. Этот, что я говорила? Ребят, это не я супер выгляжу, это суперфильтр я нашла от Даши Чер. Все замечает Наташа Мал... Я все замечаю, я знаю все. Значит, про интересное положение Оли Дмитренко. Зайдите, пожалуйста, к Оле, зайдите, пожалуйста, к Диме, в ленту, лайкайте, ставьте, пишите комментарии, гадайте, думайте, переживайте. Что с прической, ну да ладно. Вот. Я адекватная, иногда бываю. Крым, привет, Яна и Захар расстались? Яна и Захар расстались? Слав, Яна и Захар расстались. Яне просто нельзя лететь на острова, она в положении, ей врачи запретили. Ебаров как? Ебаров жив-здоров. Сейчас понесется по интернету, Наташка тренданула, что Янка Шафеева берет. Ей просто нельзя летать, у нее интересное положение. Здравствуйте, Антон Бекужев, боже, здравствуйте, друзья мои, слава богу, спасайте меня, спасайте, посмотрите, какой вы. Что случилось? Спасайте меня из прямого эфира. Оля и Дима беременны, скажите, пожалуйста. Дима беременный. Дима беременный, Оля нет, все. Задавайте вопросы Антону, он вам все расскажет. По секрету всему свету. Сколько вам лет? Мне много лет, столько не живут. Ребят, я же... Яна беременная? Какая Яна? Яна Шафиева, я только сейчас сказала. Шафиева? Ей нельзя лететь на острова, она в положении. Все беременные. У нас эпидемия беременности. Есть видео, где она целует. Кто целует кого? Кто кому целует? Антон, говорят, спрашивают меня, второй ребенок, когда Оля родится, я тоже буду крестной мамой? Я конечно, сказала, да. Конечно. Дима объявил мне заранее, Наташ, тут когда... оптом акция. А как же, у нас мафия своя. Ирина Александровна Агибалова у нас просится к нам... Трынданем что-нибудь. Господи, вы прекрасны. У вас такой фильтр, как обычно. Нет, фильтр, как всегда. А Вячеслав? Привет, Антошка, привет. Ирина, Антоша, мои любимые, Антоша и Наташа, я вас люблю. Спасибо. Очень. Спасибо огромное. А вы знаете, что Ирина Александровна с Малаховой? Вы знаете, куда она едет? Она от нас и сказала, что едет с Малаховой. А потому что меня не зовут, между прочим, на ББ. Завтра вы уже к нам придете. А какая тема у Малаховой сегодня? Расскажите. А нельзя же рассказывать. Ты не меня поставить не хочет. Любовь и голуби. Тема любовь и голуби. Да нет, там что-то про родительские отношения.
А, мы надеемся не про Олю Рапунцель, Славочка? Нет, нет. Я, кстати, за Олю очень рада вообще просто. Это реально очередная победа проекта, да? Согласны? Да, конечно. Потому что у нас, кстати, у моей Маргаритки был первый ребенок на проекте, помнишь? Да. Да, то есть это вот был прям вот это... Нигде такого не было. Книгу рекордов Гиннесса, а теперь Ольга. Да, вот завтра об этом и поговорим. Серьезно? Ой, круто. Очень круто. Я прям рада за них, серьезно. Она действительно очень изменилась за эти 5 лет. И какие они родители, это надо вот прям вот им поставить 5 с плюсом. Да, это точно, это факт. Василиска-то вообще как кукленочек ходит. Василисочка умница, девочка. Да. Она такая сладкая, сладость моя сладкая. Да, вообще красота. А сейчас у нее либо братик, либо сестренка, так вообще во. Да, супер. Сегодня, кстати, 9 месяцев, как Богдан родился, поэтому тоже праздник. Слушай, вообще. Ну, ты обязательно должна, Наташа, стать второму ребенку тоже крестной. Да, Дима мне говорил про это. Наташа, ты будешь крестной второго ребенка. Понятно. Ты даже замечательная человечка. У меня, кстати, сейчас был после тебя прямой эфир. Да? Что ты думаешь, да. Мне очень многие написали про тебя, сказали, кто это, потом некоторые писали, что ты очень нравишься. Ну, я, естественно, сказала, что я тебя люблю. Спасибо большое. Еще бы сказали, что вы меня не любите. Блин, да, думаю, вдруг послушаешь. Да, дальше. Я поняла, Ирина, огромное вам спасибо, мы тоже вас не любим. Все. Пока. Все, пока. Красота. Так, друзья, продолжаем. Продолжаем, птички мои ненаглядные. Продолжаем. Анечка. Тарарирара. Благодарствую. Оля выиграет, да. Оля выиграет, конечно. Оля выиграет. Оля выиграет, выиграет. Так, ребят, у меня есть 3 минуты, куда остальные довольны. У меня есть 3 минуты, поэтому почему Василису травят в садике? Это вообще, конечно, ужас, ребят, то, что происходит у нас в детских садах. Это, конечно, возмутительнейшая история. Я когда об этом узнала, у меня прям... Как найти Антона в Инстаграме? Как найти Антона в Инстаграме? Антон Бекужев, забивайте, и все. Вы кто вообще? Да никто! Конь в пальто! Дед Пихто и бабка с пирожками. А вы не пробовали, меня ж не зовут никуда. Мне говорят, Антон, мне нужно мультики озвучивать. Антон против, потому что он боится, что я уйду и там застряну на этих мультиках. Как вам пара Ара и Пинчук? Прекрасно. Благодарствую. Благодарствую. Италия будет у них крестной мамой ребенка. Да, это решено, это даже не обсуждать. Ребят, конечно же, мы идем на концерт Ольги Бузовой. Посмотрите, пожалуйста, сторис мой. Я же там поблагодарила Олю. Ну, ребят, ну, странная история. Федька разочаровал. Прекрасно. А? Дать тебе тарафлю? Антон супер, да. Антон красивый, молодой, свободный. Ой, не свободный, извините. Ну ничего, любовниц тоже не грех заводить. Этот, Анька ничего, она простит, она под... Это, а значит, Антон не свободный, прекращайте. Мультики озвучивать что? Ягода малина, нас к себе... Слав, ты у меня в прямом? Понятно. У меня Славочка в прямом эфире сидит и ржут надо мной. Как я рада, что подписалась на вас, вы мегапусть благодарствую. Вас Туркмения даже смотрит... Туркмения? Салам алейкум, я... Это неожиданный поворот событий. Меня где только не смотрят, меня даже в этом смотрят. Как его называют? Испания, Португалия, Бразилия, это, Малайзия. Меня, правда, в Пакистане еще не смотрят. Надо пакистанских зрителей привлечь к тому, чтобы они меня смотрели. Ягоды малины. А Славка смотрит на меня и там, и тут. И тебя, говорит, Наташа, и там, и тут показывают. Казахстан. Салам. Федя, с Катей все нормально.
Ответьте за Олю, она же действительно беременна. Ребят, кто интересуется по поводу Оли и Димы, пожалуйста, заходите к ним в ленту, лайкайте, пишите комментарии. Они все вам там написали. Пакистан, да, я же там жила в Лахоре полгода. Представляете, я Пакистан и Лахор. Полгода. Люксембург. Бонжур, цыганский язык, знаете, нет. Анекдоты терпеть не могу вообще, не запоминаю. И кто пытается рассказывать мне анекдот, я говорю, умоляю, не надо, я не с той оперы. Пинчук на проект. А Пинчук в понедельник приходит на проект. Сейчас начнется. А Янка Шафеева беременна, две сплетни уже. И Пинчук приходит двойный. На проект. Двойный. Вот. Краснодар, привет. Ашотик по делам, он за реквизитом поехал. Вы всех участников любите, да. Я всех участников люблю, конечно. Как их можно не любить? Неправда. Правда. У вас есть участники из черного списка? Нет у меня таких. Вообще нет? У меня лично нет. Нет. Есть я люблю. Один участник. Кто? Раскройте свой секрет. Кто? Кто, Слав? Кто? А почему вы Славу спрашиваете? А кто? А какой? Один участник, который лично у меня в черном списке? Да. Какой? Действующий? Конечно. Что вы себе позволяете? Что, нет такого? Нет. Армавир, привет. Все возвращаются, все беременные? Да. И Лисковец возвращается, и Антон и Аня вместе. Антон, извините, пожалуйста, вы вместе с Аней? Нет, они поругались. Антон, вы вместе? Скажите, пожалуйста. Да, они вместе. Отставьте меня в покое с Антоном и Саней. Спросите у Антона. Ругали. Реально? А я и смотрю что-то. Я ж вижу, я ж вижу. Антон говорит, что поругались они с Аней. Ну ладно. Ничего. Милые бронятся, только тешатся. Это значит, любовь у них такая. Они любят друг друга, это факт. Ну, ладно, кто не ругается. С какой Аней? Здрасте, приплыли с Аней Брянской. Они же у меня начали встречаться на дне рождения моем. Я никуда не езжу отдыхать, я отдыхать не умею. Женя придет к Захаришу? Нет. На разбор недели. Аня режиссер, пишет Антона и Аню. На разбор недели надо. Анечка, мы учтем. Антон согласен. Антон говорит, на. И их помирить. Вот, давайте. Я же профессионал. Антон согласен. Он говорит, я же профессионал, как мириться могу, так и ругаться могу. Так что не переживайте, все будет нормально. Ларченко на проект придет. Придет. Слово о черном списке. Что говорите? И спасибо огромное. Наталья, я вас обожаю. Наталья, вы пресс, не надо. Я уже прям меня в краску вгонять. Мне уж прям неудобно даже. Анечка смотрит мой прямой эфир. Режиссер. Ябу выгоните. Все, выгоним. В субботу пойдет домой. Надоел. Сил нет уже его терпеть. Нету на Доме 2 сценария никакого. Маникюр, пожалуйста, весь уже облез. Так, друзья, все. Я переговорила на 3 минуты лишних. Все, я вас целую, люблю, обнимаю, котятки мои. Покасики. Покасики, лисятки, писятки, до вечера, до ночи будем разговаривать о здоровье. Сахарный диабет, гипертония, мочекаменная болезнь, пересадка почки, подагра и так далее и тому подобное. Запомните. А пока читайте. Алло, Гугл. Иду.